Добрый вечер, дорогие коллеги. Трансляция и запись идут, поэтому мы можем начинать. Андрей Анатольевич, ваше слово. Добрый день, добрый вечер, точнее, коллеги, студенты, друзья факультета международных отношений МГИМО, друзья Института международных исследований МГИМО. Напоминаю вам, что это совместный проект, реализуемый факультетом МО и Институтом международных исследований. Это заключительная лекция в рамках того цикла, который мы успели провести в этом семестре, но я надеюсь, что мы эту традицию продолжим в следующем семестре также. Пойдем по другому спектру проблем, более узких, более конкретно ориентированных. Сегодня, мне кажется, совершенно естественно завершить этот цикл лекций на такой важной и широкой резонансной теме, как дискуссия о современном миропорядке, о концепциях, которые его описывают. Так что логически это совершенно нормально и органично вписывается в общую концепцию этого курса. Я вижу по названию, которое предложил наш сегодняшний лектор, что в замысле лекции присутствует некоторый элемент провокационности, и мне кажется, это совершенно нормально. Тема миропорядка, того, каким образом он должен описываться и выстраиваться, является предметом оживленных дискуссий в научных кругах и в кругах практиков в сфере внешней политики. Что из себя представляет современный миропорядок? Как его определить? Концепция какого порядка в наибольшей степени отвечает нашим национальным интересам? Все эти вопросы находятся на острие внешнеполитических дискуссий в России, и не только в России. Помимо всего прочего, дополнительным осложняющим моментом является то, что в этих вопросах, помимо содержательной неясности, присутствует также и значительный элемент понятийной терминологической путаницы. Они касаются, эта путаница касается толкования категорий порядка, системы, мироустройства, правил игры, вообще правил в соотношении с международно-правовыми нормами, категории режимов, политической модели мира и так далее. Этот список можно продолжать. В разных публикациях приводятся разные списки такого рода терминов, в которых предлагается описывать порядок и мироустройство. В отношении того, как мы квалифицируем происходящее, также налицо разноголосица подходов. Ученые спорят о том, является ли мир многополярным или полицентричным, и описываются тонкие семантические различия между этими двумя позициями. Является ли он двухполюсным или бесполюсным? Другие вообще считают, что дискуссия многополярности морально устарела и требуется выработка новых аналитических подходов и, соответственно, практических решений, которые будут из этого вытекать в внешнеполитическом курсе тех или иных государств. Дополнительно усложняет этот дискурс смешение категории многополярности как характеристики структуры международной системы, то есть то, как она характеризуется с точки зрения распределения совокупного потенциала между державами, и многосторонностью, как метода ведения мировых дел, безотносительно к тому, как эта структура структурируется, то есть является ли она многополярной или какой-то другой. Дополнительные стимулы продолжению этой дискуссии были приданы в контексте изменения американской внешней политики при Дональде Трампе, когда заговорили о кризисе международного либерального порядка. И на эту тему, мне кажется, высказались уже все ученые у нас в стране и за рубежом. Нерв дискуссии в том, как структура мировой системы соотносится с порядком, с более конструктивистским в этом смысле понятием, то есть доминирующими нормами, процедурами, институтами, которые регулируют международное поведение государств. И чего нам ждать от порядка, понимаемого именно таким образом, в контексте меняющейся расстановки сил на международной арене. В этом контексте особое значение приобретает целенаправленная политика ведущих государств по воздействию на составляющие порядка, с тем, чтобы обеспечить себе в нем то место, которое наиболее соответствует интересам той или иной державы. И наиболее интересный в научном смысле вопрос здесь – это то, насколько могут быть успешны и эффективны порядкоформирующие усилия таких стран. Усилия, которые преследуют цели, расходящиеся с реальными процессами эволюции материальной структуры мировой системы. Иными словами, дихотомия между структурой силовых потенциалов и структурой идей. Спор о том, способно ли интеллектуальное основание порядка со временем встать вровень с материальными его основаниями. Для России этот вопрос имеет, на мой взгляд, особое значение,
и специфики вызовов, прежде всего интеллектуальных, которые эта дилемма ставит перед Россией, и станет, насколько я понимаю, предметом сегодняшней лекции. Нам очень повезло, что эту лекцию согласился прочитать один из наших ведущих исследователей, доцент ГИМО и заместитель руководителя Института актуальных проблем в прошлом Дипломатической академии МИД России, а ныне ведущий научный сотрудник, директор центра в ИМИ Иван Алексеевич Сафранчук. У него богатый послужной список, он имеет опыт работы исследовательской и преподавательской в различных университетах мира, был приглашенным профессором в Ельском университете, в Пекинском университете, в КНР, в Дипакадемии МИД Киргизской республики, выступал с лекциями в Колумбийском университете, в Джорджтауне, в университете имени Джорджа Вашингтона и в других крупных университетских центрах. Он является автором более 50 научных трудов на русском и английском языках, автором монографий, учебников, широко известен в России не только как генералист, то есть специалист по общим вопросам международных отношений и мировой политики, но и по динамике региональной подсистемы в Центральной Азии, включая расширенное ее толкование Центральной Азии и Афганистан. Я надеюсь, что сегодняшняя лекция вызовет интересы, как у тех, кто непосредственно следит за ней через наши сервисы потокового вещания, так и в последующем проявит интерес к ее содержанию в записи. Я желаю вам очень интересной содержательной беседы и рассчитываю на вопросы со стороны заинтересованной аудитории. Иван Алексеевич, я передаю вам слово. Андрей Анатольевич, спасибо большое за представление. Я хотел бы, прежде чем мы начнем содержать нашу работу, немножко лучше понимать, сколько у нас сейчас студентов находятся. Адлан, не подскажете? Я вижу человек где-то 7, да? Да, 7 человек в Zoom, и у нас еще за нами следят через трансляцию в Фейсбуке, поэтому аудитория у нас выше. Я как раз сейчас буду смотреть. Да, там как минимум 4 человека были с нами. Хорошо. Я хотел бы все-таки немножко традиционно действовать. Я привык к аудиторной работе, а даже поскольку мы теперь работаем не аудиторно, к некоторому вовлечению студентов в процесс, даже если это лекция. Поэтому я хотел бы понять, на каких мы сейчас с вами находимся стартовых позициях. Вот те, кто у нас присутствует в прямом эфире, и, может быть, те, кто в трансляции находятся на связи в Facebook, обозначьте ваши стартовые позиции. Что вот вы считаете в начале этой лекции? Какие у вас позиции? Что важнее, интересы или принципы в политике государств? Потом посмотрим, потом вернемся к этому вопросу по итогам лекции, небольшого обсуждения. Сейчас с каких мы позиций начинаем? Какие у нас в группе позиции? Ответы направляйте в чат, и вы можете только на Фейсбуке можете прокомментировать эфир. Ну, а те, кто находится онлайн, может быстренько подключиться и сказать свои позиции. Можно высказать свою позицию, если разрешите? Да, очень быстро, только коротко. Я считаю, что все-таки это принципы, потому что они, как бы, скажем так, создают рамку, в рамках которой, простите за тавтологию, государство реализует свои национальные интересы. То есть принципы, они первичнее. Хорошо, так, принципы. Следующее. Так. Вот Дмитрий Михайловский, Никита Михайловский, Дмитрий Курбатов,
Елена Бурдина, Степанищев. Вы у нас присутствуете? Какие вы обозначаете позиции? В чате пишут коллеги. Видимо, стесняются ходить в эфир, поэтому я им помогу. Василий Алексеев считает, что принципы. Дмитрий Курбатов тоже за принципы. Степанищев МГ, имен, к сожалению, в полном виде не знаю, считает, что нужно соблюдать разумный баланс между принципами и интересами. И Елена Бурдина выступает за принципы. Также у нас на Фейсбуке Ибрахим Зода Умиджон считает, что в политике важны интересы. Так, понятно. Что ж, немножко необычные для меня ответы, потому что все-таки факультет международных отношений известен у нас как наиболее такой последовательный факультет в рамках реалистской парадигмы, поэтому я ожидал больших ответов в пользу интересов. Андрей Анатольевич, вы не удивлены, что... Я не удивлен, и объясню почему. Ну, во-первых... Можно ведь так ответить на этот вопрос, что принципом может быть следование интересам, и кроме того, иногда в интересах государства следовать принципам. Для меня это, честно говоря, не очень очевидная дихотомия сама по себе. Но имеется в виду, что принципы предполагают, что это не только эгоистичное действие в своих собственных интересах, а это действие ради какого-то блага, зачем стоит целый большой пласт концептуализации, который, в принципе, скорее спорит с реалистской парадигмой. Но хорошо, тогда, по крайней мере, мы постараемся направить эти стартовые позиции в такое русло, чтобы это с реализмом стыковалось. Начнем мы со следующего. Концепция многополярности, которая является флагманской для российской внешней политики, она была выдвинута в середине 90-х годов и с тех пор является наиболее узнаваемой идейной составляющей, которая стоит за российской внешней политикой. Само по себе словосочетание «многополярность» оно не является российским изобретением. Ученые-международники-реалисты, европейские, американские, пользовались им и до 90-х годов, 70-е, 80-е. Но Российская Федерация... или, вернее, российские ученые, российские исследователи смогли развить вот то, что стоит за концепцией, смогли развить систему взглядов в рамках этого общего подхода многополярности, которая не вполне укладывается в традиционный западный реализм, и об этом мы сейчас чуть-чуть подробней поговорим. Вы еще можете встретить термин «полицентричность». Термин «полицентричность» стал использоваться в последние десятилетия достаточно активно. Особенно активно его используют ученые из Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. И они считают, что термин «полицентричность» он более строгий в научном плане, чем многополярность. Но в внешнеполитических дискуссиях и в языке российской внешней политики полицентричность и многополярность используются фактически как синонимы. Поэтому вот в лингвистическую разницу между ними мы не будем сильно вдаваться. Останемся на позициях, что содержательно многополярность и полицентричность – это практически одно и то же. С чем в современном мире... с какими другими наборами идей концепция многополярности находится в диалоге или даже скорее спорит. Прежде всего, это система взглядов, которую называют либеральный миропорядок. Что такое либеральный миропорядок? Либеральный миропорядок – это система
политических взглядов, система взглядов на то, как должны быть организованы международные процессы, которая считает, что необходимо в интересах поддержания экономической глобализации постепенное, но достаточно последовательное снижение значения суверенитета и государств в международных отношениях. Каковы истоки этой системы взглядов? Вот откуда она взялась, из чего она выросла? На Западе в 70-е, даже еще с середины 60-х годов, в 70-е, потом 80-е годы, много писали о концепции взаимозависимости. Понятно, что взаимозависимость была во всем мире, но особенно росла взаимозависимость внутри капиталистического мира, в том, что мы тогда называли первым капиталистическим миром. Эта взаимозависимость, как считали сторонники теории взаимозависимости, имеет не только экономические последствия, но и политические последствия. Последствия для того, как государства ведут себя на международной арене. А именно из-за того, что взаимозависимость растет, применение силы, военной силы, силовая политика становится менее эффективной. Потому что при применении силы, если при этом есть высокая степень экономической взаимозависимости, последствия негативные наступают для всех. И, может быть, в большей степени от применения силы страдают даже развитые государства, чем развивающиеся, потому что именно они в то время были в конечном счете главными выгодополучателями от уже развивавшейся экономической глобализации и от экономической взаимозависимости. И на базе этих идей традиционные реалисты и неореалисты в 70-е, в начале 80-х годов не признавали политические последствия вот этой концепции взаимозависимости. Но среди либеральных ученых на основе этой системы взглядов в 80-е годы родилась концепция, ее автором считается, наверное, известный вам Кохейн, концепция, которая называлась «Безгегемонистический мир». Он опубликовал известную статью, а потом книгу, которая называлась «Автохегемония». Имелось в виду, что если значение силовой политики снижается, то тогда силовой гегемон, государство, которое доминирует и может всех призывать к порядку, он становится менее эффективным, он становится фактически невозможным. А если гегемон, за которым стоят силовые возможности, и за счет этих силовых возможностей возможно поддерживать гегемонистический порядок, чтобы никто не нарушал правила, и, соответственно, от этого порядка все могут получать выгоды, если такой гегемон становится невозможен, то тогда как же поддерживать порядок в мире? И ответом на это в рамках либеральной мысли было то, что необходимо развивать институты, а также необходимо распространение общих ценностей. Потому что если будут общие институты, общие ценности, общие процедуры, то это и будет замена гегемону, как гаранту порядка. Эти идеи наложились на окончание холодной войны. И, наверное, вы все на разных курсах читали статью, в свое время очень известную, статью Фукуямы об окончании
холодной войны, где он провозгласил полную победу единой мировой системы, либеральной, капиталистической. И таким образом в начале 90-х годов казалось совершенно естественным, что вот этот мировой порядок, не гегемонистический, должен быть построен на основе западных либеральных ценностей и институтов, которые были созданы изначально для обслуживания капиталистической системы, а теперь могут обслуживать всю мировую экономическую и политическую систему. Это система взглядов сложилась довольно стройно к началу 90-х годов, но ей противостояли реалисты. И реалисты считали, что политические последствия в рамках концепции взаимозависимости, они преувеличены. Соперничество и то соперничество, которое между государствами всегда было, оно будет продолжаться, но связано оно не с природой государств, как считали классические реалисты, а связано оно с структурными особенностями мировой системы. Государства борются за относительные преимущества в рамках существующей структуры, и, соответственно, в этой структуре всегда возникают какие-то возможности для получения односторонних выгод, и государства никогда не откажутся от возможности получения односторонних выгод. Это, соответственно, вызывает контрреакцию других, и вот эта реакция и контрреакция, это соперничество является неким перпетом мобиле, который постоянно будет двигаться. Поэтому, например, такой известный реалист, который до сих пор жив, Пол Кеннеди, примерно в то же время, когда Кохейн прогнозировал наступление негегемонистической эры на основе институтов и ценностей, примерно в то же время, в конце 80-х годов, Пол Кеннеди, наоборот, писал, что складывается многополярный мир, в котором правила игры будут такими же, как в предыдущие столетия, соперничество продолжится и так далее. При этом реалисты подчеркивали, ну и особенно нереалисты, подчеркивали, что в многополярном мире невозможен супергегемон, то есть невозможна мировая гегемония. Возможны региональные гегемонии, возможно глобальное соперничество между региональными гегемониями, но в конечном счете никогда не может возникнуть один мировой гегемон. Вот это такие базовые идеи, с которыми мы подошли к моменту окончания холодной войны и начала вот этого постбиполярного мира. Реалисты говорили, что невозможна супергегемония, а ожидание, что Соединенные Штаты остались единственной, самой сильной сверхдержавой, у них феноменальная сила, никто с ними не может сравниться, и поэтому у них должна быть какая-то особая роль в международных отношениях, такие настроения были очень распространены. А реалисты на это отвечали, что это временное явление, обязательно потом будет сопротивление от каких-то держав и так далее. Супергегемонии невозможно. А либералы и неолибералы ожидали, что должен складываться постгегемонистический мир. Ну а почему гегемония невозможна, с их точки зрения, я вам уже только что кратко изложил.
А теперь я хочу опять вас вовлечь. Вот с этими позициями подошли к началу 90-х годов. Вы имеете такую привилегию 30 лет спустя знать, что же происходило потом с начала 90-х годов, 90-е, 2000-е, 2010-е годы. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот эти теоретические аналитические модели, которые были у либералов и неолибералов, у реалистов и неореалистов, они в дальнейшем оправдались или нет, как вы видите? Можно высказаться? Да. Да, разрешите, пожалуйста, я очень коротко, но мне кажется, что весьма оправдались прогнозы неореалистов о том, что будут государства, которые будут за свои интересы выступать своими конкретными интересами, тем самым будет складываться такая вот ситуация, когда будет наблюдаться соперничество, как оно было и в 19 там, веках, и раньше. А какие еще есть взгляды? Так, никаких взглядов нет. Хорошо, я вам на это, вот это у нас Василий высказался, я вам на это предлагаю посмотреть следующим образом. А именно, что не оправдались взгляды не постгегемонистические неолибералов, не взгляды невозможности супергегемонии неореалистов. Потому что то, что у нас возникло в 90-е годы и в начале 2000-х годов, это как раз супергегемония Соединенных Штатов. Никто, за исключением, по сути дела, государств-изгоев, не бросал Соединенным Штатам открытый экономический, политический или тем более военный вызов в 90-е или в 2000-е годы. Фактически у нас возникла супергегемония, которая, как считали неореалисты, невозможна, и которая, как считали неолибералы, тоже и невозможна, и нежелательна. Действительно, потом уже, если мы берем конец 2000-х годов, 2010-е годы, мы можем говорить о том, что все-таки в исторической перспективе это было временное явление. Но в начале 90-х годов спрос на американское лидерство, спрос на американскую силу со стороны американских союзников и партнеров – он был очень высокий. Скорее в Европе и в Азии среди традиционных американских союзников опасения были не по поводу того, что Америки в мире слишком много, и она слишком много везде вмешивается, а как раз наоборот, по поводу того, что Америка может уйти в себя, в какой-то новый изоляционизм, полный или частичный, начать сокращать военные бюджеты, начать сокращать свое вовлечение в мировые дела и так далее, и так далее, и так далее. А те дисбалансы, которые возникли экономические и политические с окончанием холодной войны, они оказались пусть по итогам 20-летия, как мы знаем, временными, но в тот момент настолько значительными, и в тот момент они не казались временными, что супергегемония стала возможна. Силовой разрыв между Соединенными Штатами и всеми остальными был настолько значительным, что за исключением небольшого количества государств-изгоев никто не противопоставлял себя прямо Соединенным Штатам. И не работал традиционный реалистский принцип о том, что любой силе обязательно возникает оппозиция, а если индивидуально
а эти игроки в оппозиции недостаточно сильные, то тогда они формируют коалицию, и, соответственно, доминирующий игрок сталкивается с какой-то, в конечном счете, более-менее равнозначной себе коалицией. Вот это традиционное правило не работало. Опять же, с высоты нынешнего времени мы знаем, что это было, хотя относительно длительное, но все-таки временное явление, но в то время вполне можно было предполагать, что это некое новое качество международных отношений, мировой системы. А с другой стороны, либеральные мысли, как это не покажется странным, достаточно быстро адаптировалась к реальности существования супергегемонии, и Соединенные Штаты стали рассматривать как лидера либерального миропорядка, который как раз в рамках которого стала опять возможна гегемонистическая стабильность, поддержание порядка за счет ресурсов гегемона, но только происходить это должно в интересах, собственно, поддержания этого либерального мирового порядка и поддержания экономической глобализации. Соперничество великих, вернее, реалистская парадигма на некоторое время ушла в тень в 90-е и в начале 2000-х годов. Только по итогам достаточно длительного периода, длительного цикла развития в третьем мире, в развивающемся мире, у нас практически 15-20 лет темпы экономического роста в развивающемся мире были выше, чем в развитом. Именно за счет них были высокие среднемировые темпы роста. И только по итогам этого достаточно длительного цикла богатения в развивающемся мире, к концу 2000-х годов мы увидели, что возникают новые региональные и глобальные игроки, которые не принимают полностью американское лидерство и готовы действительно ему в той или иной степени бросить, если не открытый военный, то, по крайней мере, политический вызов. Так вот, в этих условиях, когда либеральный миропорядок и американская супергегемония в 90-е годы казались не временным явлением, не какой-то аберрацией исторической, оказались новым качеством, а реалисты вроде бы были в их теоретических построениях посрамлены, и возникла концепция многополярности, которая в значительной степени в то время апеллировала к тому, что Соединенные Штаты, будучи самым сильным мировым игроком, не должны действовать в одиночку. Они не должны все решать за всех самостоятельно, а должны в большей степени опираться на международные нормы, правила, законные международные институты и так далее. И в этом смысле многополярность в значительной степени можно рассматривать как концепцию, близкую к реализму. Потому что это была попытка сдерживания, потому что это в той или иной степени сдерживало супергегемона, это навязывало ему какие-то правила. И, наверное, это можно рассматривать как новый вариант той самой реалистской концепции, что любому чрезмерно усиливающемуся игроку возникает какая-то оппозиция. Его пытаются сдержать, его пытаются усмирить. Да, пусть разрыв материальной силы такой значительный, что это не делают открытыми военными коалициями,
но это делают за счет навязывания ему правил, процедур, принуждения его к следованию установленным нормам международного права и так далее, и так далее. Можно за этим увидеть какую-то такую вариацию реалистского правила, что любого чрезмерно усиливающегося игрока пытаются сдержать и осадить. Но, с другой стороны, концепция многополярности апеллировала к международному праву, к международным институтам, прежде всего к Организации Объединенных Наций. А это разве укладывается в реализм или неореализм, который все-таки в значительной степени постулирует, что государство действует индивидуально и эгоистически, а не в рамках общей системы и общих правил. Поэтому в тех конкретно исторических условиях, которые существовали в 90-е годы, когда возникли вот эти аберрации с традиционными подходами как неолиберализма, так и неореализма, поскольку, как я вам сказал, они не сработали в полной... То, что происходило, не укладывалось в полной мере в их теоретические и аналитические модели. И многополярность тоже стала как бы немножко такой не чисто реалистской и не чисто либеральной концепции. В ней были и реалистские элементы, а именно противодействие супергегемону, или не противодействие, а попытка его сдержать, обложить правилами, обложить какими-то процедурами, заставить его разговаривать с другими, согласовывать с ними их интересы и так далее, и так далее. В этом можно увидеть элементы реализма. Но, с другой стороны, там были, как я уже сказал, и нереалистские элементы, элементы, которые, наоборот, вроде бы свойственны неолибералам. Апелляция к институтам, к нормам, но к институтам и нормам и ценностям не чисто западным, с идеологической либеральной нагрузкой, а апелляция к нормам, институтам и правилам, которые выработаны в рамках кодификации международного права, которое происходило во второй половине 20 века. Ну и к системе Организации Объединенных Наций, как вот такому наиболее законному, что ли, институциональному механизму, который существует ради общемировой мировой системы и вот отражает интересы всего международного сообщества. И в этом, еще раз повторю этот тезис, на котором мы этот блок закончим, что в многополярности есть элементы и реалистские, и элементы, которые нельзя считать реалистскими, они скорее ближе к либеральной мысли, к институционализму или неоинституционализму. В 2010-е годы, уже в вот, завершающиеся десятилетия, вновь набрала силу реалистская парадигма, особенно с середины этого десятилетия, стали все больше говорить о соперничестве великих держав, о крахе либерального миропорядка, о невозможности построить какой-то единый универсальный мир, о большем эгоизме великих держав глобальных, а также региональных держав, которые между собой спорят. Что нам важно в этом зафиксировать? Как в этом споре между либеральным миропорядком и соперничеством великих держав, как в этом споре чувствует себя концепция многополярности, где она в этом споре находится. Для либерального миропорядка, поскольку
как я вам уже сказал, эта концепция является политическим оформлением экономической взаимозависимости, экономической глобализации. Для этой концепции очень важно сохранение этой экономической глобализации, поддержание взаимозависимости, а все, что этому мешает, соответственно, должно в той или иной степени минимизироваться. А что этому прежде всего мешает? Этому мешает прежде всего суверенитеты, национальные суверенитеты и национальные правительства. Поэтому эта концепция всегда была ориентирована на снижение значения суверенитетов и значения национальных правительств. То есть, грубо говоря, если ставить выбор между экономической глобализацией и суверенитетами, для либерального миропорядка выбор однозначный в пользу экономической глобализации. Без суверенитетов экономическая глобализация будет даже лучше, чем с национальными суверенитетами. Квинтэссенцией в конце 2000 года этого образа мысли стала книга довольно известного либерального писателя, мыслителя Фридмана, которая переведена на русский язык под названием «Плоский мир». По-английски это «Flat World». Он предполагал, что мир из мира иерархических структур, а государства, транснациональные компании и другие акторы международных отношений, такие более-менее традиционные, это иерархические структуры. Мир превращается в структуру сетевую, где за счет развития новых технологий, в том числе новых коммуникационных технологий, не обязательно строить коммуникации в мире через иерархические структуры. Практически у всех есть возможность со всеми общаться напрямую, как у индивидов между собой общаться напрямую, так и есть возможность у индивидов зачастую общаться напрямую с правительствами национальными, правительствами городов, с транснациональными компаниями и так далее. Поэтому отсюда и вот эта метафора плоского мира, мир из мира иерархических вертикальных структур, где коммуникации идут сначала внутри иерархических структур снизу вверх, а потом эти иерархические структуры между собой как бы на верхах общаются. Мир становится плоским, где все связаны со всеми. И значение иерархических структур просто разрушается. Это хорошо для экономической глобализации, но это означает фактически отмирание суверенитета. Но мы увидели достаточно интересную вещь в мире в конце 20 века и в начале 21 века. По мере роста экономического не происходило отмирание национальных суверенитетов. Может быть, в какой-то период происходило некоторое снижение их значения, происходило некоторое, так сказать, некоторый такой уход в тень, они становились менее активными, и вот это все очень поддерживало либеральную мысль. Но в целом, по мере экономического роста в мире, те правительства, на территории которых наблюдается экономический рост, не отказывались от своей самостоятельности, а накапливали силы для большего проявления своей самостоятельности, своей самости и в конечном счете своего суверенитета. Нам может казаться, что это абсолютно нормальное и естественное явление. Но на самом деле несколько десятилетий назад это не казалось абсолютно нормальным и естественным явлением. И сейчас это не должно казаться абсолютно нормальным и естественным явлением тоже, но тем не менее так произошло. Почему это не нормальное и естественное явление? Почему вот казалось, что это не так? И почему, наверное, на самом деле это действительно ненормальное естественное явление?
Дело в том, что еще в середине 20 века на Западе родилась такая концепция, которая называется теория модернизации или концепция модернизации. Что она предполагала? Она предполагала, что для развития экономического необходимо не просто догоняющее развитие с копированием каких-то моделей роста и так далее, а необходима также социальная модернизация. То есть фактически для экономического роста необходим в той или иной мере отказ от традиционных ценностей и переход к какому-то более, к более современным формам социальной организации. То есть материальное развитие, рука об руку, идет с социальной детрадиционализацией. То есть общество должно становиться менее традиционным, и тогда это будет помогать его материальному богатению, помогать экономическому росту. А вы можете, первая ваша реакция может быть, что это чисто либеральный подход. На самом деле это не так, это не надо отождествлять экономический рост с социальной или политической вестернизацией и так далее, Но, с другой стороны, вы, наверное, даже на опыте нашей страны, на опыте, скажем, тех регионов, в которых вы жили, если вы не из Москвы, в той или иной степени, наверное, согласитесь с тем, что по мере, что для материального совершенствования необходимо как минимум образование, а образование все-таки является не чисто технической функцией, то есть приобретение знаний, а образование также меняет и какие-то социальные модели поведения, общения, выстраивания отношений и в той или иной мере ведет к разрушению традиционного общества. И в этом смысле говорить, что, так сказать, не надо обязательно детрадиционализацию отождествлять с вестернизацией, но, тем не менее, в широком смысле слова теория модернизации довольно убедительно постулировала, что по мере материального развития происходит детрадиционализация, и этот процесс социальной и политической детрадиционализации, он способствует дальнейшему материальному развитию. Так вот, эта модель, она переносилась на международные отношения тоже, и, соответственно, ожидалось, что в результате экономического роста в рамках экономической глобализации все будут становиться более западно ориентированными в социальном и политическом плане. Да, это не означает, что совсем сотрутся культурные, этнографические, религиозные и все остальные различия. В 2000-е и в начале 2000-х годов была очень популярна такая концепция, что да, мы не переплавимся все во что-то единое целое, в какого-то, так сказать, нового глобалистского человека, но та разница, которая между нами будет, она будет все-таки проявляться в каких-то деталях. А по каким-то важным социальным и политическим вопросам мы все-таки будем достаточно едиными. Так вот, мы увидели, что вот эти либеральные ожидания, они совершенно не оправдались. А скорее оправдалось то, что предписывали
неореалисты, а именно по мере накопления сил, по мере роста материального благосостояния, акторы международных отношений, национальные правительства, суверенные правительства использовали эту силу для того, чтобы проявлять все в большей и большей мере, в большей и большей мере самостоятельность. Но здесь мы подходим к достаточно интересному моменту. Что же тогда это означает для современного мира? Если у нас 30 лет назад, как мы уже обсуждали, либеральная мысль обещала, что вслед за экономической глобализацией, экономической взаимозависимостью придет какой-то мир, политически построенный на более-менее общих принципах и ценностей, да, с некоторыми отличиями, но, тем не менее, достаточно единый, достаточно универсальный, потому что вот та западная модель, которая победила в холодной войне, она и становится моделью универсальной, то есть свойственной всем и справедливой для всех. Справедливой не в том смысле, что хорошей, а справедливой в том смысле, что она одинаково эффективно работает для всех. А реалисты, неореалисты ожидали, что будет соперничество великих держав, что супергегемония невозможна, соответственно, невозможна гегемонистическая стабильность в рамках супергегемонии, а это означало, что будут какие-то барьеры для экономической глобализации и для экономической взаимозависимости. Вот мы увидели, что фактически произошло и то, и другое. Если на начало 90-х годов не произошло не то, что обещали неолибералы, наступление постгегемонистического мира, не то, что обещали реалисты в тот момент, наступление многополярного мира, тогда поначалу не оправдалось ни то, ни другое. А в современном, а вот по истечении 30 лет, фактически наоборот, оправдались и базовые, частично оправдались и базовые ожидания одних, и базовые ожидания других. А именно, мир, материальная глобальность, материальная взаимосвязанность последние 30 лет резко повысилась. Она действительно сложилась. Мир глобальный сейчас и взаимосвязанный, как никогда в своей истории. Но, с другой стороны, как и предупреждали, это вот то, что, значит, обещали неореалисты, и это то, что произошло. Но, с другой стороны, как нам обещали, вернее, это то, что обещали либералы и неолибералы, и то, что произошло. Но, с другой стороны, как нам обещали реалисты и неореалисты, долгое время поддержания супергегемонии невозможно. Супергегемония стала разрушаться, стали усиливаться другие глобальные и региональные игроки. Универсальный мир не сложился, и мы имеем неуниверсальный мир. Мир, в котором у разных игроков, у которых для этого есть материальные ресурсы, появляются собственные идеи, собственные интересы, собственные принципы, и они проявляют большую самостоятельность в своих действиях и подкрепляют эту самостоятельность каким-то набором идей. Прежде чем, вот сейчас мы этот блок подытожим следующим, а именно, что мир современный оказывается глобально материально взаимосвязанным,
в очень сильной степени, но при этом идейно, социально, политически не универсально. Он оказывается более многообразным, чем несколько десятилетий назад. И последний блок, который я хочу к этому добавить, а потом мы попытаемся все это свести вместе, синтезировать. С вашей точки зрения, сейчас я опять задам вопрос вам, как соотносятся интересы и практическая политика с одной стороны и мораль и какие-то нематериальные принципы с другой стороны? Они противопоставляются или не противопоставляются? Но вы, наверное, знаете, что традиционные реалисты больше внимания уделяли интересам, а традиционная либеральная парадигма больше внимания уделяла не материальным компонентам, прежде всего идеи и каким-то моральным соображениям, которые за этими идеями стоят. А вот с вашей точки зрения, как все-таки соотносятся практические идеи, практические интересы и ценностная, моральная, нематериальная составляющая в конкретных действиях каких-то игроков? Что должно превалировать с вашей точки зрения? Кто скажет? Иван Алексеевич, можно высказаться опять? Да, пожалуйста, Василий. Мне кажется, что здесь можно вспомнить Макиавелли, который говорил, что все как бы любое средство оправдывает цель. Но мне все-таки кажется, надо стремиться к тому, чтобы в своих действиях государства исходили из, прежде всего, национальных интересов, конечно же, но и моральных интересов тоже, чтобы совесть была чиста. Ну, это у вас очень такой подход, что ли, такой не чисто реалистский. То есть вопрос, чтобы совесть была чиста, он не всегда стоит на повестке дня. Ну, хорошо, а может ли быть у моральной и ценностной составляющей какая-то практическая польза, а не только вот польза, чтобы совесть была чиста и какие-нибудь интересы, связанные со спасением души? Ну, безусловно. Ну, вот, например, сразу приходит на память помощь в пандемию, которую оказали наши службы в Италии, США. То есть здесь шло, с одной стороны, гуманитарная помощь, как именно совесть, чтобы была чиста, и с другой стороны, конкретный интерес продвижения позитивного образа страны среди итальянцев, среди американцев, и, ну, и там экономическая прибыль, если какая-то она была, то есть будущий политический торг с политическими элитами, тоже это можно получить. Но это опять же ради имиджа, ради чего-то тоже такого не совсем материального. А давайте возьмем предельную материальную форму отстаивания своих интересов – войну. Как вы думаете, за что люди легче умирают? За практические интересы или за абстрактные принципы? За абстрактные принципы, безусловно. За веру, за царя, за отечество, за Сталина, за Родину. За веру особенно и вообще за абстрактные идеи, за то, что мы лучше, а кто-то хуже, за светлое будущее и так далее. Конечно, за практические интересы тоже люди могут жертвовать собой, особенно если это связано с какими-то совсем базовыми интересами, например, защита от такой агрессии, за которой ожидается полное истребление, например, да, то, конечно, здесь включаются уже
природные инстинкты самосохранения и за такой практический интерес, как выживание себя и своей группы, люди, конечно, готовы к невероятному самопожертвованию. Но все-таки мы давно живем в мире, где полное истребление народов, хотя в 20 веке у нас и были примеры, когда там были очень масштабные истребления, но все-таки это скорее невозможно уже в современном мире конца 20-го и начала 21 века. Поэтому силовые действия все-таки ведутся в конечном счете не за абсолютную победу и не за абсолютное поражение, а за относительную победу и относительное поражение. Поэтому, как правило, это войны того масштаба, где вот эти природные инстинкты просто выживания, они еще не включаются, потому что нету той степени экзистенциональной угрозы. А если речь идет о применении вот этого крайнего материального средства достижения своих интересов, как война, но война за относительные преимущества и относительные проигрыши, то тогда, как вы справедливо сказали, мобилизацию соответствующую, духовную, материальную, идейную, легче проводить за счет апеллирования к практическим интересам, а за счет апеллирования к чему-то, связанному с моралью, с идеями, с абстрактными принципами. Как это не покажется на первый взгляд парадоксальным, даже приверженным реалистам, за 10 долларов плюс или минус цены на баррель нефти люди будут гораздо менее охотно умирать, чем за, опять же, как вы сказали, за царя, веру и какое-нибудь там абстрактное чувство патриотизма и так далее. Поэтому это особенно относится, конечно, к войнам экспедиционным, войнам не самообороны на своей территории, а войнам далеко от своей территории, проецирование силы далеко от своей территории и так далее. И в этом смысле, как бы помимо вот того уровня соотношения практических интересов и абстрактных моральных принципов, о котором вы сначала сказали, что действуя эффективно в материальном мире, нельзя забывать о чистоте совести и так далее. В общем, у этого есть еще и другое измерение в практической политике. Я понял, да. И чтобы усилить этот тезис, я вас хочу спросить, а как вы думаете, справедливый вот этот тезис о том, что абстрактные категории важны для практических действий. Это было более справедливо 100 лет назад или сейчас? Ну вот, мне кажется, здесь сложно сравнивать. Мне кажется, одинаково. Хантингтон еще писал о реванше Бога в 90-х годах. И действительно, можем видеть рост и религиозного сознания в исламском мире, в христианском мире. И здесь вот недавнее заявление Эрдогана, да, как защитник исламских ценностей и Франции в том числе. Поэтому, мне кажется, здесь ни в коем случае религиозный фактор не теряет свои силы. И мне даже кажется... не только религиозный фактор. Вы сразу начинаете вот брать какой-то один из элементов. Все-таки оставайтесь в рамках общего принципа. Один из больших трендов, который у нас шел весь 20 век, это тренд демократизации. Да. Правильно? Да. Расширение избирательных прав, вовлечение все большего количества людей в избирательную систему. Какие части общества даже в развитом мире голосовали в начале 20 века? Женщины почти нигде не голосовали, были, значит, расовые, имущественные ограничения, различные цензы и так далее, и так далее, и так далее. К
100 лет спустя мы всего этого не имеем. Был очень долгий тренд демократизации. Опять же, если вы вспоминаете Хантингтона, то вот волны демократизации, в том числе и описанные. Что это означает на практике? Это означает, что голос народа, в принципе, он сильнее звучит, его сильнее нужно учитывать в при оформлении той или иной политики. Да, его нужно сильнее учитывать. А если это сочетать с первым, с элементом, который мы обсуждали до этого, а именно, что мобилизация за счет нематериальных категорий, она легче, чем мобилизация за счет чисто практических интересов, то демократизация способствовала тому, что это все в большей и большей степени справедливо. Поэтому даже самые такие самые чистые реалисты к концу 20 века не могут не учитывать моральную составляющую, нематериальную составляющую политику. Иначе это невозможно продать собственному населению, невозможно в демократических обществах через демократические институты обеспечить необходимую массовую поддержку, бюджеты и так далее. Ну, а в менее демократических или недемократических институтах все это делается то же самое, но через другие механизмы и другие институты. Все равно вам нужна массовая, все равно вам нужна более или менее искренняя поддержка. Никто из-под палки, просто из-под палки воевать никогда ни за что не будет. И на серьезные жертвы из-под палки никто не пойдет. Все будут искать возможности, как от этого уклониться, а значит, эффективность вашей политики снизится. Итак, попробуем теперь все эти элементы каким-то образом свести вместе. А именно, у нас не наступил постгегемонистический мир, о котором мечтали неолибералы, но наступил мир чрезвычайно сильной экономической глобализации и материальной взаимозависимости в современном мире, о котором они мечтали. С другой стороны, у нас, как, значит, предупреждали неореалисты, оказалось в конечном счете невозможно супергегемония. Но у нас и невозможно тот уровень материального противоборства, который свойственен реализму и неореализму в условиях той материальной взаимозависимости, которая сложилась. Мир взаимозависимый, но не универсальный. Неуниверсальность толкает к соперничеству, в некоторых случаях к конфронтации, а экономическая взаимозависимость, экономическая, материальная вот, глобализация, а глобальность, она делает эту конфронтацию чрезвычайно болезненной, и это соперничество чрезвычайно болезненными и достаточно дорогими. Это вот те структурные противоречия, которые в современном мире проявляются. С вашей точки зрения, и здесь мы возвращаемся к началу нашей беседы по поводу принципов и интересов. Как же в этом современном мире, где центральным элементом структурным является материальная взаимозависимость, но идейная разобщенность, не универсальность, как же в этом мире эффективно действовать? Через интересы или через принципы?
Вот мне интересно, вы останетесь на тех же позициях, на которые были изначально, или как-то их измените, или, по крайней мере, измените аргументацию, которая за вашими ответами стоит. Так, давайте вас послушаем. Адлан, у вас там, если кто-то будет писать в Фейсбуке, тогда вы, пожалуйста, нам передавайте. Хорошо. Иван, позвольте высказаться, если есть такая возможность. Но мне все-таки кажется, что это по-прежнему принципы, но я понял контекст, и мне кажется, что не универсальные принципы, но принципы, которые для себя само определил государство, и из которых оно должно исходить. То есть все-таки я придерживаюсь идеи Платона, что да, идея, она выше, вот, а материально она все ниже. И вот здесь принцип – это как идея, руководящая звезда, да, путеводная звезда, но не ни в коем случае не универсальная. Но для себя только, да? Но для себя, да, потому что универсальных правил мир, он действительно очень разный. Не экономически, культурно, религиозно, политически. Нету какого-то универсального модели, которой можно следовать. Поэтому принципы, но в таком понимании, что они должны быть национальные, и интересы должны быть тоже быть национальные. Так, но до этого у вас была в начале аргументация, что если будут общие принципы, то, вернее, если собственные принципы распространить на других, то это будет выгодно в том числе и вам, правильно? Такая была аргументация. Да, я просто не делал акцент на том, чьи это принципы, кем они выработаны. То есть универсальные ли это принципы или какие-то, скажем так, страновые. Сейчас я понимаю, что все-таки это больше должны быть страновые принципы. Но и тогда их значение сводится только к усилению собственных возможностей для проведения эффективной политики и продвижению интересов. Своих интересов, совершенно верно. Хорошо, но как же тогда быть с другой компонентой, а именно, что существует материальная взаимозависимость, пока у нас не прошла масштабная деглобализация? Как же, если все будут сами по себе, собственные интересы, собственные принципы, как же тогда всем таким самостийным жить в таком взаимозависимом мире? Разрешите ответить? Мне кажется, что в лучшем принципе, если государство придерживается какого-то одного видения, разделяет одно видение международные отношения, современные международные отношения, то и эти принципы, которые они для себя выработали, во многом будут пересекаться. Ну, например, как Россия и Китай, не вмешательство в внутренние дела других государств. Да? И здесь мне кажется, что эти страновые принципы не будут прям вот на 180 градусов, они будут полярными. Где-то они будут соприкасаться, где-то они будут расходиться. Где они будут соприкасаться, там будут реализовываться материальные интересы, сотрудничество. Где они не будут расходиться, там такого сотрудничества быть не может. То есть здесь такая получается мозаика небольшая. Так, хорошо. Адлан, кто-нибудь еще нам отвечает? Так, пока предлагаю в Zoom продолжить, сейчас скажу. Кто-то еще у нас хочет из присутствующих в прямой трансляции высказаться? Повторно высказались на Фейсбуке, что интересы важнее. Ну, это вот молодой человек, который тогда и оставался на интересах. Да, да. Так, с какой аргументацией? Без. Без аргументации. Хорошо, давайте попробуем подвести итог. Мир, как я вам попытался объяснить, исходя из того, что реалисты, неореалисты и неолибералы видели
в 70-е, 80-е годы, у них были разные ожидания по поводу того, каким мир будет в будущем. Поначалу ожидания ни одних, ни других не оправдались именно в том виде, в каком они ими высказывались. Но в дальнейшем, с течением времени, мы увидели, что оправдались отдельные элементы из их концепций, но не оправдались концепции во всей своей полноте и целостности. И мы увидели, что мир шел и пришел к достаточно сильной материальной взаимозависимости, мы это называем глобальностью, глобальной взаимосвязанностью, но одновременно он пришел к не к общей платформе каких-то идей универсальных, принимаемых, разделяемых всеми и работающих для всех в равной степени, и в этом смысле, собственно, универсально. А мир пришел к большему многообразию. И это важное структурное несоответствие современного мира. Впервые, наверное, всей человеческой истории такие разные находятся так близко друг к другу и так близко друг от друга, друг от друга зависят. Какие это создает противоречия? С одной стороны, конечно, появляется импульс, фактически инстинктивный импульс к тому, чтобы отгородиться от других чужих, но это наносит удар по экономической глобализации, это означает экономическую деглобализацию, а в материальном плане на экономическую глобализацию завязаны современные экономические модели практически всех государств, и развитых, и развивающихся, за исключением отдельных случаев, ну, вроде Северной Кореи. Все остальные в значительной степени завязаны на глобализацию. Поэтому вот этот первый инстинкт отгородиться, снизить зависимость, снизить взаимозависимость, он достаточно серьезно имеет ограничения, потому что практическая деглобализация, она болезненна, она не очень выгодна. С другой стороны, открытость, которая необходима для поддержания экономической глобальности, экономической взаимозависимости, она вступает в противоречие с вашим чувством самости, с вашим чувством суверенитета, с вашим чувством особенности, которые есть. И это противоречие, которое мы наблюдаем в практических действиях очень многих правительств. Разумным из этого компромиссным вариантом может быть выход на какие-то общие договоренности, на общий, как мы говорим, знаменатель, но выход на него необходим, скорее всего, через разумные компромиссы и так далее, и так далее. Но с другой стороны, и поэтому я, собственно, и вводил элемент, связанный с нематериальным компонентом, с ценностями, с моральными принципами, при том уровне вовлеченности широких слоев населения в высказывание мнения о политике и даже в какой-то степени во влияние на политику, хотя бы через голосование на выборах, а также и межвыборный период через различные институты гражданского общества, при таком уровне вовлеченности широких слоев населения в политику неизбежно присутствие высокой доли ценностного морального компонента. А он, как правило,
мешает договориться, потому что его начинают использовать ровно тем образом, каким предложил его использовать Василий. А именно формулирование своих собственных принципов, которые делают вас еще более отличными от других, они усиливают ваши материальные возможности, усиливают возможности ваши для мобилизации поддержки внутри своей страны для реализации практических интересов, но, с другой стороны, они создают еще новые противоречия для вас в отношении с другими. И таким образом поиск общего знаменателя скорее на поле согласования материальных интересов, чем на поле согласования нематериальных принципов. Эта задача при таком значительном элементе моральном и ценностном, эта задача поиска общего знаменателя еще больше осложняется. Василий, я понятно это объяснил? Да, я понял. Да, что ровно то, что вы предложили, на самом деле мешает международному поиску международного согласия. И прямо сейчас у нас из этого нет никакого идеального выхода, нет никакого идеального решения. Это то состояние международной системы, в котором мы находимся. Мы находимся внутри этих дилемм. Это дилемма между высоким уровнем материальной взаимозависимости и снижающимся уровнем универсальности, снижающимся уровнем общемировой идейной платформы. А с другой стороны возникает дилемма, что договориться с другими на принципах разумного компромисса возможно, но ради эффективности собственных политик все увеличивают долю нематериального компонента, который как раз мешает договориться. И вот внутри этих противоречий, внутри этих дилемм мир находится, и соответствующим образом государства внутри этих дилемм вынуждены действовать и как-то находить варианты своей политики. На этом моя часть закончилась, но если есть какие-то вопросы, я готов на них коротко ответить. Алексей, можно короткий вопрос? Просить, пожалуйста, вот по теоретической части, вот вы когда говорили еще в начале лекции про кохейный без гегемонистический мир. Да, автогегемония. Вот, автогегемония. Вот что касается возможности создания супергегемона, она неолибералами, она предусматривалась или не предусматривалась? Нет, они считали, что вообще гегемония становится менее возможна. Если это как бы упростить, то мысль сводилась к тому, что ведь гегемону в конечном счете может понадобиться поддерживать порядок силой. Mm-hmm. А применению силы мешает высокий уровень взаимозависимости. Ну, то есть, грубо говоря, вы где-нибудь силу примените, а против вас, не знаю, там, арабские государства ведут эмбарго, вот как нефтяное эмбарго было в 73-74 году, вот после той войны. Поэтому, в принципе, гегемония становится менее возможна. А стало быть, становится невозможен гегемонистический порядок. Все, понял. Спасибо. Но потом, когда по факту сложилась супергегемония, да, Рала ее очень быстро приняли, и более того, во многом те, кто писал раньше о взаимозависимости и невозможности гегемонии, вдруг присоединились к концепции soft power наевской, которая фактически стала инструментарием для поддержания супергегемонии. Ага, вот, я понял, в чем парадокс. Хорошо. Теперь понял, спасибо. Но вы должны понимать, что они были против гегемонии,
А вернее, они не были как бы против, они просто считали, что объективная гегемония становится менее возможной. Она становится менее возможной. Поэтому они задумались, а что же тогда автохегемония? Что, каким должен быть мир? Но если гегемония стала, потому что они задумались о том, как поддерживать порядок. Если не гегемон поддерживает порядок, тогда как поддерживается порядок? Но если вдруг опять гегемония стала возможна, и эта гегемония не противоречила либеральному порядку, а наоборот его обслуживала, не институты, а вот этот супергегемон, и этот супергегемон стал в том числе и какие-то институты глобальные укреплять, то для неолибералов это оказалось по факту вполне приемлемо. Все. Другое дело, что чуть позже, это я уже вам не рассказывал, в 2000-е, в 2010-е годы либералы, неолибералы стали писать о том, что Соединенные Штаты должны в меньшей степени становиться государством Соединенными Штатами, а в большей степени работать на общее благо, на тот самый либеральный порядок. Ну и это порождало дискуссии внутри Соединенных Штатов, в какой степени американская политика должна быть ориентирована на национальные интересы, а в какой степени на вот обслуживание какого-то общего либерального порядка. То есть Америка за себя или она за либеральный порядок. Ну это большой пласт дискуссий внутри Соединенных Штатов. Но либералы ожидали, что Америка как бы будет в меньшей степени за себя, а в большей степени за тот самый порядок и постепенно должна будет просто стать одним из элементов этого порядка, когда институты в достаточной степени укрепятся. И когда он станет крепким, тогда нужда отпадет в этом супергегемоне, и он должен с этим смириться. Но, конечно, тем Соединенных Штатов, ну, там, более реалистской мысли внутри Соединенных Штатов, такая перспектива не казалась привлекательной совсем. Ну, и это приводило вот уже к дискуссиям внутри Соединенных Штатов. И переходу Трампа как раз уже. Да, но либералы ожидали, что да, пока вот, если гегемония становится опять возможно, пусть она обслуживает либеральный порядок, а потом она должна будет просто уступить институтам свою роль, ну и, так сказать, исчезнуть, стать одним из элементов этого международного порядка. Поэтому вот такое отношение неолибералов к, значит, этой супергегемонии, оно было несколько двояким. Оно было воспользоваться ей, но как переходным как бы периодом. Все, я понял. Спасибо большое. Очень основательно и доступно. Да. Хорошо. Есть еще вопросы? В Фейсбуке вопросов нет. Поэтому, мне кажется, да, мы на этом завершаем. Большое вам спасибо, Иван Алексеевич. Я вас поздравляю с тем, что вы дошли до конца этого цикла. Ну и желаю вам, конечно, хорошей сессии и хорошего Нового года. Успехов. С наступающим. Большое спасибо за лекцию. Всем слушателям за вопросы в течение всего курса и особенно сегодня в интерактивном формате. На этом наш курс завершается и ждем следующего года и новостей. Всем хороших праздников. Счастливо. Да, всего доброго.